здравствуйте, участники, здравствуйте, представители общественности и средств массовой информации. Сегодня, 4 сентября, Центр спорта «Эволюция» приветствует представителей 67 регионов России. Это 12-й по счету и 5-й фестиваль на гостеприимной российской земле Крыма. Фестиваль носит гордое название 5-й Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Крыма». Для того, чтобы это большое событие состоялось, нам многие помогали. И я бы хотел зачитать некоторые приветствия от тех людей, которые были с нами, которые нам помогали, без которых, наверное, это мероприятие, может быть, состоялось, может быть, нет, но было бы, может быть, в этом формате, в другом. Но они очень важны для того, чтобы социальная сфера развивалась, для того, чтобы видели наши проблемы людей с инвалидностью. И первое приветствие, которое я хочу зачитать, это от заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны. Приветствую участников Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов «Пара-Крым» 2019. Проведение фестиваля способствует приобщению граждан с инвалидностью к активному образу жизни, а также вносит большой вклад в популяризацию социальной инфраструктуры Крыма. Подобные мероприятия приобретают особое значение фестиваля и желаю участникам соревнований крепкого здоровья, положительной эмоции, благополучия и всего самого доброго. Татьяна Голикова. Ну, правительство – это одно, но есть в правительстве различные министерства, они тоже в адрес нас прислали свои приветствия. Я их не буду зачитывать, потому что они являются нашими партнерами, и я думаю, что у себя в регионах, а здесь, я хочу сказать, собралось 67 представителей субъектов Российской Федерации, 470 участников.
эту работу, чтобы координировать, есть такой замечательный человек, который нам помогает, который делает свою непростую работу, его не видно в публичной сфере. Это советник президента Российской Федерации Левицкая Александра Юрьевна, которая в наш адрес прислала приветствие и буквально вчера мне лично его передала, для того, чтобы я обратился к вам и с теми словами благодарности за вашу активность, потому что без вашей активности ни один закон не будет работать. Я думаю, что каждый из вас, когда приедет в регион, будет настаивать на том, чтобы был создан адаптивный клуб, чтобы была реализована эффективная безбарьерная среда, чтобы вовремя выдавали путевки, чтобы не забывали о тех проблемах, которые стоят перед вами каждый день. Поэтому я с благодарностью зачитаю это приветствие и скажу вам, что такие комиссии, которые ведет Александра Юрьевна, должны быть в каждом регионе, и чтобы они проходили не раз в год, в конце года, в декабре месяце, а также, как Александра Юрьевна проводит ежеквартально, встречаясь с теми министерствами, которые отвечают за регулирование той или иной сферы. Дорогие друзья, от имени комиссии по президенте Российской Федерации по делам инвалидов и от себя лично приветствую участников и гостей организации общения и обмену опытом с теми, кто близок по духу популяризации спорта как средство активной интеграции и реабилитации. Было сказано Михаилом Борисовичем, что Республика Крым достаточно мощно реализует тот потенциал, который она имеет, и создает возможности того, чтобы вы приезжали и из года в год вы видели, насколько Крым улучшается. А улучшаться он может и благодаря вам. Поэтому всегда рады видеть вас на нашей благословенной земле и всегда готовы к любой помощи. Спасибо большое. Прекрасного настроения. Спасибо.